Станции и отделения переливания крови в Югре возобновили свою работу. Во время пандемии доноров приглашали на кровосдачу в назначенное время. Теперь югорчане, желающие поделиться своей кровью или ее компонентами, могут осуществить свои планы. В отделении соблюдаются все меры профилактики. Обязательное использование масок, обработка рук. Выдерживается социальная дистанция 1,5–2 метра. Кровь рекомендуют сдавать раз в 2 месяца. Женщины могут это сделать 4 раза за год, а мужчины 5. Плазму можно сдавать каждые 2 недели, но не более 10 литров в год.